Мы говорим о взаимодействии власти и общественности. Сегодня наш собеседник – заместитель руководителя управления по работе с обращениями граждан Департамента внутренней политики Краснодарского края Даниил Лаврешин. Здравствуйте. Добрый день. Итак, первый вопрос. Насколько, по вашему мнению, региональная власть открыта для наших граждан? Ну, вы знаете, по моему мнению, открытости нет предела, да, но у нас достаточно, власть в настоящее время, не то что она открытая, она стремится с каждым днем быть открытий, открытий и открытий. Дело в том, что в Краснодарском крае постоянно разрабатываются новые механизмы взаимодействия с гражданами, чтобы получить активную двустороннюю связь, чтобы уйти от процесса отписок, траты время на какие-то подготовку шаблонных ответов, а это время потратить на решение вопросов. В частности, сейчас рассматривается по поручению губернатора вопрос о внедрении в регион центра управления регионом. Мы ездили в Московскую область, это представители Департамента внутренней политики, администрации Краснодарского края и органы, представители четырех органов местного управления, ну, основных крупных взяли, Краснодар, Армавир, Новороссийск, Сочи, изучали опыт Московской области, как организована работа там. То есть, ну, вот этот механизм для нас наиболее понятный, приятный, и в настоящее время мы, ну, организуем подобную систему и работу в реальном режиме с гражданами. То есть получили проблему, решили за день-два, не дожидаясь 30 дней, как установлено настоящим законом. Ну, коль уж вы предвосхитили мой вопрос, да, насчет нового формата общения. Может быть, поподробнее тогда расскажете об этом новом центре? Ну, центр – это только реализация, то есть это то, что планируется сейчас. Сейчас к нему вернусь, расскажу. Давайте сначала того, что у нас есть, то есть мы имеем. Ну, во-первых, у нас есть мобильная приемная губернатора, это комплекс программно-технический, выезжает он в муниципальное образование, обязательно это районный уровень, в сельские поселения выезжают по поручению губернатора. Смысл такой, анализируется проблема, откуда поступают какие жалобы, где какие-то вот есть болевые места. Информация анализируется и выезжает в этот населенный пункт группа людей, компетентных с министерства, в зависимости от проблемы. То есть смотрится, какие вопросы интересуют граждан, и отправляется, допустим, может быть, там, ну, не менее 10 министерств всегда представлено. То есть где-то могут 15 органов исполнительной власти представители приезжают, разъясняют, решают на местах. Работа ведется совместно с представителями органов местного управления. То есть если что-то возможно решить на месте, сразу буквально решается. Если вопрос предполагает пролонгированное решение, то берутся заявления и уже рассматриваются, ну, как положено, в рамках 59-го федерального закона. За последние 2 года организовали выезды во все муниципальные образования Краснодарского края. И в прошлом году вот практически, ну, чуть меньше половины посетили муниципальных образований. Форма интересная. Больше пользуются, конечно, это сельские поселения, где не всегда доступно, нет возможности у людей приехать в министерство. Вот у него какой-то вопрос сложился, ну, не понравилось ему, как работает Министерство социальной защиты, местное население. Где-то у него какая-то, может быть, конфликтная ситуация возникла. Приехали с Министерства краевого и подсказали, рассказали. Человеку уже сняли вопрос. Может, действительно его там и не обижали, но просто доверия у человека не было. А здесь уже немножко раз и подходит. Человека как бы подход изменился к этой проблеме. Ну, вот это, ну, то есть формат оказался очень эффективным. Очень эффективный, да, интересный, людям нравится. Есть еще у нас такой механизм, как мы уже рассказывали про него, это прием в режиме связи. То есть каждую среду все органы исполнительной власти Краснодарского края, они доступны из любого поселения, в любую администрацию можно прийти, будь то какая-то маленькая сельская администрация, и задать вопрос,
к Министерству природы Краснодарского края, допустим, к департаменту имущественных отношений. Все специалисты на местах, и в реальном режиме времени тоже можно пообщаться, решить свою проблему. Отпала необходимость ехать несколько километров, стоять там с утра, чтобы попасть на прием к какому-то руководителю. Это доступно на постоянной основе. Ну вот это основные механизмы. Чаще всего люди как обращаются? Посредством чего? Письменная форма или звонки на горячую линию, да, там условно я говорю? Или, может быть, это через мессенджеры какие-то? Какой способ предпочтителен для самих? Ну, вы знаете, вот еще несколько годами ранее, наверное, было письменное обращение, это основа всей через входящей страницы. Да, именно почта от руки. Вот. И писали в основном-то люди, ну, старшего возраста, какие-то проблемы немножко другие были. Сейчас ситуация изменилась, развитие современных технологий, интернет, то есть практически более 70% обращений, они уже электронные, то есть поступают моментально. Мы, кстати, по таким обращениям и работаем немножко иначе, потому что есть прямой контакт с гражданином, мы смотрим, поступило обращение, направляем его на рассмотрение, но уже мы анализируем, а получил ли заявитель ответ. Мы ему направляем соответствующий запрос. Он заполняет анкету, она не персифицированная, но у нас привязана она именно к данным об обращении. То есть получил заявитель ответ, удовлетворен он или нет. И тогда мы уже на анализе этой информации строим работу. То есть какие-то, ну, готовим соответствующие письма, либо руководитель наш там помогает немножко направить в русло работы. Ну, по-разному бывает, но, по крайней мере, есть такая обратная связь, что очень приятно. Давайте о сроках поговорим. Насколько оперативно решаются вопросы граждан? Вы укладываетесь в 30-дневный срок или, может быть, быстрее какие-то вопросы решаются? Ну, законом 59-м, конечно, установлено 30 дней. Но здесь же опять какая ситуация? 30 дней – это рассмотрение при поступлении в орган. Но есть 3 дня на регистрацию у одного, плюс, если вопрос не по компетенции, перенаправляется в другой орган, еще время здесь проходят заминки. В администрации Краснодарского края губернатор всегда относится настолько дотошно к обращениям граждан, поэтому сроки стараются, ну вот по каким вопросам можно, максимально сжимать. Это не запрещено, потому что у нас есть краевой закон 127 КЗ, где предполагается возможность по усмотрению руководителя сокращать сроки рассмотрения. То есть, в принципе, такой механизм есть, но, понимаете, ситуация такая, все равно здесь, если обращение идет формальными, по формальной системе, той, которая построена, да, то есть должна быть резолюция руководителя, есть, допустим, одного, потом начальника отдела и так далее, это, ну, все равно занимает время, это не день, не два уже. Понятно, которые особо острые, где-то, где вопросы жизни, это у нас есть и многоканальный телефон администрации края, где просто оперативно на это могут отреагировать моментально, но в целом для решения большинства вопросов системы такой нет. Поэтому про центр управления регионом, он-то и направлен на то, чтобы распределять задачи линейно. То есть фактически поступила проблема, и до уровня линейного инженера в управляющей компании поступает практически молниеносно, и проблемы решаются за день, за два. То есть не горит лампочка вот, в подъезде, сейчас как идет. Пока написали сюда, пока оформили, дали руководителю резолюцию, передали в муниципалитет, он связался. Ну, это целая история. Здесь уже прямая связь с исполнителем. Я надеюсь, у вас таких жалоб нет, не горит лампочка. Знаете, разные есть. Бывает, да? Очень много. Да, очень много, потому что превалирует у нас обращение в основном на коммунальную тему. То есть жилищно-коммунальный комплекс, он такой наиболее проблематичный у нас, и пишут по нему значительно чаще. Поэтому и про лампочки, ну, конечно, я утрирую, но вопросы бывают разные. Ну, вот как раз хотела спросить, каким ведомством чаще всего обращаются кубанцы, и меняется ли вот этот так называемый список лидеров ведомств, да, ежегодно? Ну, в основном там решение проблем, они местные, то есть должны решаться муниципалитет. Ну, большая часть – это полномочия муниципалитета. И мы стараемся, чтобы жители обращались именно в муниципалитет. У нас по поручению
руководителя организована система, ну, знаете, как рейтинги муниципальных образований, которые включают в себя и открытость, доступность власти. Мы смотрим соотношение количества обращений граждан, поступающих в администрацию Краснодарского края от жителей, и в администрацию муниципального образования непосредственно, напрямую, и сравним. То есть, если пишут губернатору, а главе не пишет, ну, значит, здесь есть какая-то проблема. Вот. Вот стараемся решить. Такой подход помог переформатировать немножечко соотношение обращений в администрацию края и в органы местного управления. И сейчас в органы местного управления уже порядка 100 тысяч обращений пишут непосредственно напрямую. То есть, минуя администрацию края, пишут главе района. Вот. Но если касательно нашей корреспонденции, то львиная доля у нас это обращение ГЖИ. То есть это управляющая компания, как я говорил, это недовольство где-то с этим. То есть следующий идет у нас ТЭК ЖКХ, здравоохранение. Ну, вот в основном житейские проблемы, с чем мы сталкиваемся, то людей, собственно, и беспокоит. Ну, вот основное. Минприроды, наверное, вообще не беспокоит никого, да? Знаете, есть, тоже есть, да. Просто вопросы сложнее решаются, проблематичнее. У нас там уже такие целые резолюции губернатора, где целый ряд органов власти подключены к рассмотрению одного обращения, потому что, ну, действительно, проблемы смежные. Если там Минприроды, это может быть и земельное законодательство, где должен подключиться департамент имущественных отношений. То есть, ну, не просто, что Минприроды отправили, все там реально большая работа прорабатывается всеми ведомствами, там, если необходимо. Ну, если пишут в органы, бывает редко, но очень сложное обращение. Ну вот вы говорите, зачастую обращаются по вопросам, которые могут быть адресованы там муниципальной власти, краевой, да? Я думаю, может быть, это все-таки говорит о степени доверия, то есть, ну, может быть, люди думают, что все-таки, если напишу губернатору, вопрос решится быстрее. Вот вопрос о степени доверия, как вы считаете, он каков сейчас у кубанцев? Ну, знаете, действительно, доверие у губернатора высоко, и пишут действительно много. И, наверное, вы правы, что предпочитают обращаться к губернатору, потому что, ну, видят его работу, видят результат его деятельности, и понятно, что люди хотят обращаются для решения своих вопросов. Но нам бы хотелось, чтобы писали по назначению. Ну, нам бы хотелось, чтобы вопросы быстрее решались. А чтобы они быстрее решались, он должен поступить непосредственно туда, куда, где его должны решить. Если это вопрос относится дорога, ну, грядировать ее должен муниципалитет. Да, губернатор с контролем, он направит, потом еще проконтролирует. Да, если вопрос не разрешен, пообещали что-то, губернатор возьмет на контроль, и мы будем это отслеживать до полного разрешения вопроса, раз есть обещание. Наверное, это и подкупает. То есть, это вот, подкупает, реализация, то есть, в любом случае будет организована. Но правильно, когда муниципалитет сам организовывает контроль, и без каких-то лишних проволочек человек получает, во-первых, нормальный, грамотный ответ с муниципалитета, а во-вторых, решение своих проблем. Вот наша задача, мы и настроены именно на эту работу. Для этого мы и проводили с муниципальными образованиями края, с органами самовласти форум «Открытая власть», приглашали туда представителей прокуратуры, представителей общественности, для того, чтобы найти рычаги взаимодействия, немножечко поднять компетенции специалистов, которые на места, потому что, как правило, ну, знаете, вот, ну, не доходят руки, видно, у местных структур для того, чтобы этих людей немножечко обучить, как-то, как нынче модно говорить, прокачать. Вот. Ну, поэтому проводили именно с ними работу, чтобы качество на местах работы было выше. Каков он сегодняшний портрет заявителя? Ну, я имею в виду там возраст, пол, там, социальное положение. Если вы говорите раньше, вы в основном в вашей аудитории были люди пожилого возраста. Сейчас как обстоят дела? Молодежь обращается? Вообще молодежь интересует какие-то такие вопросы, с которыми они обращаются к власти?
Вообще сейчас, вы правильно подметили, сейчас-то и пишет в основном молодежь, ну, среднего возраста, то есть формат поменялся. Пишут не безразличные, то есть пишут те, кто активные, видят проблемы и хотят их решить. То есть многие даже не за себя увидел, что здесь как-то не так едет. Вот написал, то есть мы такие обращения, не то что как мы приветствуем, потому что, ну, действительно, люди хотят сделать не то что город, край, там, наше лучше, и поэтому мы-то и пытаемся найти всякие механизмы взаимодействия именно с этой частью населения, чтобы получать отклик своевременно. Бывает, знаете, ну ни для кого ж не секрет, в муниципалитете там ремонтируют, грядируют какую-то дорогу, да, а там никто не живет, ну кроме там замглавы администрации района, ну или я не знаю, кого-то там. И а вроде там, где много живут, ее не делают своевременно, и люди этим недовольны. И мы ж никогда не узнаем, ту дорогу отремонтировали или не ту, без отклика населения. Когда население примет свое решение, то есть что нужно в первоочередном порядке сделать, тогда и удовлетворенность будет выше, а деньги те же. Ну что ж, спасибо за интересную беседу. Всего вам доброго. Спасибо большое.